Ко мне, братья! Мы проигрываем! Но это... Клад смерти. В тени железного беса. Прекрасно. Тихо, тихо! Они и внутрь пробрались. Меня я увидели. Что-то видел. Началось. Все готово. Теперь надо тут осмотреться. Операция «Свобода». Что это такое? Что бы это ни было, закончилось все плачевно. Здесь, видимо, спали солдаты. Похоже на общий дом в сердце матери. Запись. К первому бою на восточном побережье. Мы долго готовились.
Это было еще до Калифорнии, Мария, и по востоку прогнозы были куда хуже. 3 недели нас гоняли в какой-то прибрежный городок, чтобы мы тренировали ополченцев. Все время шел дождь, ведь Европа уже горела. Целый квартал из сборных казарм. Запись. 3-й бой за Калифорнию, Марин. Рой шел с Тихого океана и, не знаю, то ли местное ополчение, то ли ребята из Безумной 15-й. Подпалили мусорное пятно. А все море полыхало. Что это за место? Спасибо за письма. Спасибо за письма. На службе время летит быстро. За 4 месяца уже сколько? У них была мебель из железа? По всему западному разве это побережью удобно? С нами тут рекруты. Это был железный мир. Щуплые мальчики, видимо, и они так привыкли. Всего 1 кровать. Может, это комната их вождя? Красный свет. Видимо, нет питания. Провода идут к источнику питания. Источник питания этой двери должен быть где-то неподалеку. Ценные сведения. Я таких с самого детства не видела. Наверное, какой-то шифр. Может, мне просканировать объекты в этой зоне? Все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем, так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, не предсказуем.
Три кабеля, три источника. Это первый. Еще один. Все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать... Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Вы все спрашивали, как запомнить алгоритм перезагрузки геотермальной системы? В общем так. Птица летит на север летом, на восток весной, на запад осенью и на юг зимой. Не ожидали услышать поэтическое послание природе из уст техника Майка? Я, как всегда, непредсказуем. Вроде сработало. Я слышу шум и голоса. Видимо, есть другой вход. Это что-то вроде топливного элемента. Интересно, от чего он? Да, это они. Они не ищут ответов, только оружие. Как туда вообще залезть?
Ко мне, братья! Скоро мне это понадобится. Это карта. Карта чего? Мира. Планеты Земля, Элой. Мир не плоский, как ты думала. С чего бы мне так думать? Когда случается затмение, тень на Луне кривая. Значит, мир — шар. И вот так он выглядит издалека? Обсудим это в другой раз. Не отвлекайся. Роботы Фара заполонили мир, пожирая все на своем пути. И как-то Элизабет их остановила, пока не стало поздно. Но как?
Тогда мне придется что-то выбросить. Со своим железным бесом. Они же не решили его пробудить. Поберегись! Один хопиш, и он двигается. Еще один хопиш, и он двигается. Это можно хранить. Еще один хопиш, и он двигается. Стой!
приходилось сражаться с сотнями таких роботов. Нужно было взять телегу. Спасибо, доктор Собек. Садитесь. Что? За что благодарить? Вы ее слышали? Доктор Собек четко обрисовала ситуацию, генерал, и предложила нам выход. Мы должны быть благодарны. Это же... Я просто... Господи! Может, обсудим вне сети? Никакого обсуждения не будет. Вы видели расчеты? Фара обеспечит финансирование, но на его деньги не купишь время, необходимое для завершения проекта. Время мы будем покупать кровью. О, какая чушь! Модернизируем флот, взломаем как-нибудь коды. Вы что, не слышали? Ваша армия роботов теперь ничего не стоит. Среди хакеров этот Рой – хищник высшего порядка. Он легко перехватит управление любой вашей автоматикой. Но это... Мы что, бросим гражданских в мясорубку? Послушайте... Противник воспроизводится быстрее, чем мы можем его убить. И пожирает биомассу вместо топлива. Новый рассвет – единственный выход. А, ну то есть раздадим всем гражданским, у кого хватит сил, по рельсотрону, покажем, куда нажимать, и отправим на фронт? И вы думаете, они пойдут? Да, если будет за что сражаться. За новый рассвет. Секретное супероружие, которое нас спасет, только если человечество сумеет выиграть время для доктора Собек и ее команды. В файле, который я вам рассылаю, изложен план операции «Свобода». Операции? Это же преступление! Да, неприятно, но хоть что-то. Альтернатива хуже. Доктор Собек, я реквизировал для вас списанный космодром в штате Юта в качестве базы для нового рассвета. Места там много. Когда приступите? Я отправила вам список альфа и бета кандидатов. Большинство живут в других странах или на корпоративных владениях, что осложняет... Не волнуйтесь. Получите своих спецов. Даю слово. Ну, хорошо. Космодром? Что это такое? Что эти люди делали? Что делала Элизабет? Наконец-то я выбралась. Теперь надо только найти этот их космодром. Я выяснил, где он, и это хорошая новость. А плохая? Космодром прямо под цитаделью. Дворцом Карха Тьмы. В столице Карха Тьмы? Мне там не будут рады. Во дворце полно агентов затмения. Причем не рядовых, так что у многих будут визоры. Если они тебя увидят, Аид тоже. Он снова прикажет тебя убить, и на этот раз на тебя ополчится вся армия Карха Тьмы. Так отключи их, визоры. Ты же уже так делал. Все не так просто.
Много визоров в одном месте. Они сообщаются друг с другом и с Аидом. Там целая сеть. Сеть? Как это? Представь, что визоры соединяет огромная невидимая паутина, которая из конца в конец опоясывает всю Землю. Она позволяет им постоянно общаться, даже на больших расстояниях. Понятно. Так что, можно как-нибудь эту паутину срезать? Обрушить сеть? Дерзко. Да, это возможно. Есть одно слабое звено. Показывай. Все не так просто. Мне нужно время, чтобы проработать детали. Ну а мне что делать? Сидеть и ждать? Я уверен, у тебя найдутся другие дела. Я буду на связи. Стой! Сайленс! Другие дела, значит? Ну, Варлу и Соне нужно помочь разобраться с затмением. Пойду к злости беса. Как мне теперь отсюда спуститься? А, будет весело. Прокатилась бы еще, только очень уж долго туда подниматься. Может, мне попробовать отыскать вождя Сони? Она отправилась в погоню за убийцами. Оставлю на потом.